Солёва, Морозов в глубину. Выкатился, увидел своего защитника. А вот тут, конечно, нужно выбрасывать, если такая возможность есть. Иначе СКА просто возьмет и накажет. Андрей Кузьменко оформляет дубль. Мечане сами себе привезли этот гол. Очень простая ситуация. Нужно было выводить шайбу из зоны. Но не получилось это сделать у игрока минской команды. Сошла шайба с клюшки. Перехват, быстрая доставка шайбы на пятак. Там оказался абсолютно один Андрей Кузьменко. И он оформил дубль. Эта шайба для Кузьменко оказалась, на мой взгляд, более простой, нежели первая. Ну и давай смотреть. Вот он, этот момент. Знахаренко ошибается, да. Фиксануло. Перехват. И, пожалуйста, получите, распишитесь. Ну, против такой команды, как СКА, нельзя подобные вещи делать. Грубая ошибка. Здесь Кузьменко выбор. Хочешь в ближний, хочешь в дальний бросать. И исполнять-то он умеет. Здорово.